Доброе утро, девочки! Вот такая у нас новогодняя погода сегодня. Выпал мягкий снежок такой красивый. То, что надо для празднования, то, что надо для новогоднего настроения. Смотрите, снег на деревьях лежит, на елочках. Так нас встречает рождественский день. Вот наши машины. Сегодня 25 декабря, Рождество в Канаде. И это самая прекрасная погода, которая может быть на Рождество. Ну, нас не слабо так завалило, поэтому это очень хорошо, что сегодня выходной, ехать никуда не надо. Да, собственно говоря, у нас теперь никогда в течение месяца никуда не надо ехать, потому что у нас локдаун объявили с завтрашнего дня. И поэтому отсутствие, так сказать, передвижения, вернее, снег, который является помехой для отсутствия передвижения, в общем-то, кстати, можно сказать. Ну, знаете, что в Канаде существует такое понятие, как White Christmas, белый Christmas, то есть вот Christmas в снегу. Если на Christmas нету снега, это грустно и печально, потому что Christmas должен обязательно быть со снегом, и это такая, знаете, вот традиция, которая все очень ждут снега именно на Крисмас, и все крисмасные фильмы, которые снимают, там всегда такой легкий снежок кружится по улице, и, в общем-то, никогда при этом не холодно, и на самом деле вот погода точно как сегодня, как раз сегодня, сегодня где-то минус 2, ночью выпал снег, все завалил. И все кинулись расчищать свои драйвеи. Расчистка драйвеев, кроме нас. Как вы видели, я вышла из дома, и у нас весь драйвей. Драйвей – это вот такое вот место перед домом, собственно говоря, где стоят машины. Вернее, машины стоят в гараже, а на драйвей они заезжают с улицы. Через этот драйвей они попадают в гараж. Так вот, когда он завален снегом, то выехать практически из дома невозможно. Поэтому, когда выпадает снег, все соседи встают, берут в руки лопаты или машины для очистки снега, у кого как, и начинают его чистить. Ну вот видите, все соседи уже, у всех уже чисто. Только у нас еще полно снега, потому что мы спали поздно. И сейчас мальчишки обещали, что они почистят нам драйвей, тогда, когда мы с мужем пошли прогуляться. Я вам немножко поснимаю, сделаю вам немножко новогоднего настроения. И может быть, вам будет интересно и понравится. И, может быть, буду по дороге рассказывать, что к чему у нас тут. Вот так чистят иногда люди счастливые, у которых есть машина для чистки снега. А у кого нет машины, те чистят снег лопаткой, как у нас. У нас нет машины. Вот видите, мы идем по улице, тротуар. Тротуар не расчистен еще. Тротуар расчищать должна наша местные городские власти, которые первым делом расчищают дороги. Но вот дорога, где машины ездят, они почистили, посыпали соль. А улицы, которые небольшие, не центральные, они вот так вот и стоят, заваленные снегом, потому что они как бы малозначительные, маловажные. И на самом деле расчищают в первую очередь именно дороги, потому что ездить по снегу машинам довольно затруднительно. А людям ходить нормально. Вот мы идем себе по снегу. И на самом деле как бы это не представляет опасности хождения по снегу, более или менее, это не скользко, а просто снег. А ехать на машине по снегу — это довольно опасно, поэтому стараются первым делом почистить проезжую часть. И на самом деле народу по улицам ходит у нас очень мало. Вот как вы видите, мы идем, никого нету. И машин сегодня мало. Ну, потому что сегодня Рождество. Все сидят дома, все празднуют Рождество. Вот. И вот такие красивые елочки в снегу.
Очень, конечно, красивый сегодня день. Прямо настоящая рождественская сказка. Видите, мы в городе на самом деле, а выглядит как будто такой лес, засыпанный снегом. А эта елочка голубая. И здесь вот снежок лежит. Класс, класс, просто прелесть. Как на заказ, Денек. А вечером немножко другая картинка. Как вы видите, мы почистили наш драйвей. Вернее, мальчишки почистили. А тут уже и лампочки горят. Пока не совсем стемнело, решила поснимать вам, как украшают у нас улицы. Конечно, чем темнее, тем красивее, но просто будет плохо видно. Итак, Новый год уже наступил. Наконец-то наступил тот самый 2021, который мы все так долго ждали. Очень надеюсь, что он будет лучше 2020, потому что, ну, в общем, хуже представить сложно, хотя бывает. Я думаю, что очень надеюсь, что он будет совершенно другим, и как бы от нас много что не зависит, но тем не менее у нас осталась надежда. Может быть, не сразу, может быть, постепенно, может быть, к лету. Я думаю, что, может быть, мы все-таки начнем частично возвращаться к тому состоянию, в котором мы были в 2019 году. Очень хочется на это надеяться. Но посмотрим, трудно что-то сказать. А пока что вот посмотрите. Вы знаете, что я снимала это начало видео в рождественский день, потом я вышла вот ночью поснимать в тот же день вечером, потом вышла еще раз, и как-то, поскольку Рождество уже прошло, а Новый год в Канаде это не первостепенный, так скажем, праздник, то вот эти вот огоньки, я была немножко разочарована, потому что перед Рождеством улицы были украшены просто вот, ну, глаз не оторвать, все сверкало, переливалось, сияло. А уже после Рождества, вот перед Новым годом, а в принципе после Рождества, Рождество прошло, и для многих канадцев, так сказать, праздник закончился. Поэтому всю эту иллюминацию они не включали во многих домах, а в общем только в некоторых. Поэтому вот той красоты, которая была до Рождества, которую я хотела заснять, но у меня не получилось по разным причинам, я не нашла, но вот нашла кое-что, какие-то лампочки, огоньки. Все это было очень мило, потому что особенно это хорошо, когда это все немножко так присыпано снежком. Это особенно выглядит романтично и красиво. Но, в общем, конечно, самую красоту мне снять не удалось. Но, тем не менее, что удалось, то удалось. Хотела с вами поделиться. Приятного просмотра. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно.